Всем привет! Сегодня в Охотника.нет пневматическая винтовка фирмы СМЕРШ. СМЕРШ R11. Это первая газобаллонная пневматика этой фирмы. Она очень легкая, весит всего 2,5 килограмма, если быть точным, 2 килограмма 400 грамм. Длина чуть больше метра. Взведение ее происходит посредством передергивания затвора. Как я и говорил раньше, энергии для этой винтовки служат 2 баллона. Один, соответственно, вставляется носиком вперед. И один вверх. Вот мы поставили 2 баллона. Винтовка, собственно, выдает, как заявлено производителем, около 200 метров в секунду. Ну и сейчас посмотрим на легких пулях, правда это или нет. Тяжелые пули ставить или средние, в принципе, смысла нет, так как винтовка не обладает какими-то особыми мощностными характеристиками, она не пружинно-поршневая. Зато у нее есть большой плюс, чем и пользуются многие любители пневматики, это переделка под PSP-вариант. То есть устанавливается большой баллон с давлением до 300 атмосфер, вот, и винтовка, она становится полноразмерным PSP. Соответственно, сейчас мы зарядим пули, я покажу, как это делается. Значит, затвор в заднее положение уводится. Кладу пульку фирмы Гамма Магнум, легкую. Пускаю затвор. Есть автоматический предохранитель. Мы его вводим в разряд готовности. Сейчас мы берем хронограф. Вставляем его в режим тест. Ну, показывает 183 метра в секунду. В принципе, можно добиться, я думаю, больше показателей более легкими пулями. Но обычно производитель увеличивает свои характеристики. Сейчас попробуем пулями Барракуда российскими. Опять снимаем с предохранителя. Ну, как мы можем видеть, выдало 128 метров в секунду. Ну, скажем так, русские пули не отличаются какими-то особенными качествами, поэтому для них это, в принципе, нормально. Большего мы и не ожидали. Такие винтовки вы можете купить в магазине Охотника.нет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи!